Торжественный новогодний прием главы городского округа провели в Химках. На церемонию пришли знаменитые химчане, спортсмены, представители администрации. Открыли вечер видеороликом об итогах года в Химках. Более десятка губернаторских программ реализуют в нашем городском округе в сферах ЖКХ, благоустройства, здравоохранения и многих других. После с наступающими праздниками гостей поздравил руководитель муниципалитета Дмитрий Волошин. Слаженная работа администрации, корпуса Совета депутатов – и, конечно же, наших жителей, для которых мы работаем, для которых мы строим наши планы, реализуем наши планы, для наших химчан. Мы можем это сделать только одной целой единой командой. Спасибо всем большое. С наступающим Новым годом. Счастья, любви и крепкого всем здоровья. С праздником. Спасибо большое. С теплыми словами и поздравлениями выступили также председатель Совета депутатов Александр Дринов, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Также на церемонии отметили наградами лучших сотрудников предприятий в Химках и активных жителей городского округа. Благодаря ее труду и таланту химчане оперативно узнают обо всех новостях. Дарья Владимировна получает номинацию «Мастер пера». Завершился вечер концертной программы и выступлением воздушных гимнастов и музыкальных коллективов. Алена Беляева, Дмитрий Бочаров, служба новостей.